Популярная певица Тина Кароль показала лишнее во время фотосессии. Звезда каждый новый эфир танцевального шоу блистает в новом наряде. При этом певица не всегда появляется в скромных образах. Все чаще певица показывает фигуру или выставляет бюст на показ. При этом в Инстаграм под постами артистки или постами с фан-аккаунтов фанаты устраивают целые споры. Одно из платьев Тины бурно обсудили в сети из-за необычного дизайна. Черное платье с бежевыми вставками, расшитыми камнями создало образ звезды, как у роковой искусительницы, однако очередной декольте и выпирающий животик озадачили видом. Часть фанатов все же оценила образ певицы, ведь по их мнению она выглядела очень даже мило. Ну что сказать? Платье сказать, что никакое, ничего не сказать. Тина потеряла нюх. Классный образ. Только не на фоне грязных стен и ступенек. Не по-королевски, ты очень милая, и так красиво, когда сдержанно, скромно и волнующе. Тина, платье 40+, что за штора на Тине? Не знаю, кто ее одевает, но знаю, что у нас куча хороших стилистов. Я думаю, что можно и воспользоваться советом профессионалов. Мне кажется, она прячет животик. Мне одной кажется, что Тина беременная. Эта полоска спереди как бы прячет живот, а акцент сделали на грудь. Знаменитая артистка всегда поражает образами на сцене. Сейчас певица принимает участие в танцевальном шоу в роли телеведущей, поэтому в ее профиле в Инстаграм много фото и видео из-за кулис. Не так давно на фан-аккаунте также был представлен подобный ролик. Перед тем, как начать собираться, Тина поразила домашним видом. В тонкой белой майке певица покорила образом перед зеркалом. И неудивительно, ведь Кароль много тренируется в спортзале, просто не показывает этого слишком часто. Если говорить о диете певицы, то ее обычный рацион состоит из несладкой овсянки, рыбы, морепродуктов и овощей. Впрочем, когда Тине нужны силы перед концертом, она может заказать и съесть целую курицу. Как видно в ролике, певица не только стройная, но еще и хорошо накрашенная. Каждый раз звезда выбирает нюдовые тоны и акцент на глазах.